И так, ребят, всем привет, и мы продолжаем проходить The Diamond Riptide. Итак, мы отправляемся сейчас за пулеметами. Даже рядом это имеет. Вот. Задание. Ладно. Поле выполнено. Может, я чем помогу? Видите, там ящик с припасами. Военные сбросили несколько таких. Я нашла способ их отследовать. Если вы их поищете и принесете мне еды, все остальное можете забрать себе. Ну, что скажете? Душа как колонна, окей. Я только за. В каждом ящике есть передатчик. Передатчики реагируют на это устройство. Если подойти достаточно близко, передатчик запищит. А дальше идите на звук. Ладно, ведь выполним это задание. Подошли. Thank you.
нету денег. Должно быть, это сигнал от ящика. Надо был ВК выключить. Да, рада, как обычно. Ну, не как обычно, да. В общем, ладно. Так. Так вот он, ящик. Не? Что-то ящик странно расположен. На это он, это действительно он. Не иначе. А вот. Ну я говорю, что это он. Нашел. Так. Так, поищем. Должно быть, это сигнал от ящика. Ага, где-то здесь. Thank you.
Да. Да, это по башке его бить намного. Это было шутка. Должно быть это сигнал от ящика, ага, вижу. Ага. Ты труп, козлина! Нашел. Ядровающаяся мина, отлично. Так, дальше где? Но мне опять-таки придется к лодке возвращаться. Все дела. Нормально, ноги не сломали. Так. Дальше что? Суп-суп-суп-суп-суп-суп-суп. Вот прям неудобно, конечно, передвигаться. Как тебе такое? Я очень медленно. Ты прыгай, блин. Но быть это все.
карты пройти, надо будет пищу. Так, а я не понял, а как мне куда-то попасть? Тут лестница, тут ничего нет, не лестница, ничего. А далеко туда не надо вообще. Крайне любит лестницу. Ну и где-то. Не, ну по-любому на крыше. Вот как на крышу бы попасть, это вообще проблема, я думаю. Не, ну а как? Да, да, видишь, там что есть. Я смотрю. А, может быть там. Там ящик у меня есть. Что у нас тут? Лимонные консервы, гранаты и нашел. Махеби. Я все нашел. Привет, соседство. Сейчас развернуться надо.
уже по прямой и потом. Эх, если бы кулупчик у нас получился ли бы. Ладно, так получилось. Не было бы проще. Нет, так это не проблема. А так без колпа играть. Ну как бы не скучно, а и не просто. Не тяжело и не просто. Тебе еще на картах смотреть надо, и это, забрали, куда тебе ехать, идти. А в плоти было бы проще, я бы не прям забрал, но на плане то на правой дороге. Было бы удобно забрать. А так я бы проходил школу. Что у нас что-то плохо не сдался, а даже не найти не могли. Он присутствует, ребята, он присутствует. Он, ребята, присутствует. Я вам даже покажу. Так. Ну, пока ищется, пока туда-сюда. Во, во, видите, по этой системе. В общем, вот присутствует, однако найти мне другого не может. А версия не стимская. Не рецензионная. Отставить там типа советы по поводу того, что ты можешь пригласить, он тут пригласит, там все дела. Нет, у меня не лицензион. Спасибо, вы нам очень помогли. Это вам за хлопоты. У меня к вам предложение. У меня кончаются припасы. Может, договоримся? Около большой лаборатории контрабандисты устроили себе бункер. Полагаю, он уже давно пустует. Там еще осталась куча оборудования. Нам с вами может пригодиться. Сходите, проверьте. Если принесете мне ствол, будем в расчете. Мне больше нравятся старые, они надежные. Магнум там и Кольт. Остальное можете забрать, я вам даже еще сверху накину. Ну, что скажете? Ага. Да. Чудно. Только смотрите под ноги, там все заминировано. Ой, благо недалеко. А, серьезно, то есть не. Секунду. Куда? Да ёптерный театр, вы что, гоните что ли? Мне туда что ли идти? Ой-ой-ой, лучше я тогда это, тяжелую артиллерию выполню. А там, блин, все заминировано, как она сказала. То есть, простите, будет много. Я на месте крушения, это правда. Загляните внутрь, может быть. Что-то полезное там есть. Йоу, пушки здесь. Ну что, возвращайтесь и начнем зажигать. В общем, давайте это все я отнесу. Можно посмотреть на такое, это я отнесу. Ну такое еще. В общем, увидимся мы с вами уже вместе. И так, вот я уже отношу последний привет на место. Да, будете знать, гондоны! Вот так. А я навострился. Но по сюжету я сразу же не пойду. Главное, достаточно долго продержаться. Поговорите с Тревором. Не-не-не-не-не. Будь начеку. Взять киянку. И сейчас мы пойдем в лабораторию.
где у нас доктор Кеслер? Одному Богу. А зачем? Богу известно, что там. Думаю, вы уже знаете. Если честно, я думал, что один квест выполнил, да и все. Оказывается, нет. А нет, что ли? А, подожди, это же не то. Резервы. В общем, сейчас будем идти по минному полю. А мы как раз починиться надо. Ну вот и починимся заодно. И... мины! Я в курсе про мины, блин. Просто все заминировано. Где? Есть что нормальное. Прошли. Бахнуло. Хорошо бахнуло. Я смотрю. Наберите из бункера оружие для Мии. Охотник не помешает мне мины тут отремонтировать. Можно себе. Не знаю, что насчет шотландского кортика. Гранаты. Коктейль Молотова. Идем. А я что такое делал? О, еще взрывающиеся мины. Вот прям на зло. Ну-ка, что там? Хрень. Там хрень. Неужели... я ничего не найду. Ладно, это тупо. Надо хотя бы попробовать разбить лампу. Но это, ну это лестница наверх должна быть. Но я ее что-то не вижу. Или я это слепой. Не, по-любому я слепой.
Ага. Ну то. А, вот она. Фрукт. Ну что ж, пойдем обратно. Тут уже более-менее, по-моему. Ага. Не-не-не, я лучше тем же путем пройду. Я вообще изначально не хотел идти по минам, но вы сами видели. Видите, что меня специально сюда послали. Чтобы я выполнил сюда полез сюда к долбанному дополнительному заданию. Давай-ка откроем. Звуковая мина. Ну, в общем, куча мин у нас есть. Только не падайте, прошу, молодяю. Не, ну это было близко. Если честно, я думал, что будет много смертей для этих мин, но я прошел вообще замечательно. Так, пожалуй. Я пойду сейчас. Наверное, на миссию, да? Бензин для сжигания. Одному Богу известно, что там. Надо приготовиться. Так что же, но так я не буду. Пока не сейчас. Крутое местечко. Будь начеку. Сейчас выполним задание Ахли и, в принципе, будем уже идти по основному сюжету. Я в вас не сомневался. Есть дело. Мне нужны лезвия. Поможете найти? Да чего? Заметан. Хорошо. Если найдете где-нибудь лезвие, несите их мне. Лезвие это регулярное. Да, регулярное. Все, ребят. Теперь мы будем выполнять миссию, что я до конца.
Ну вот ли оставить на этот следующий фильм на следующий фильм, это вопрос. Ладно, зайдем, а там посмотрим. Подумал и решил, что, наверное, стоит. Не включай эту штуковину, пока не будешь готов к обороне. Установим мины и защитим мины. Одному Богу известно, что там. Надо приготовиться. Просто до сих пор думаю. Не хочу оставаться тут. Нет, давайте на следующей серии оставим. На следующей серии оставим, начнем там уже вместе под рыбарями, а они по-любому будут. И отправимся в катакомбы, да? Все? Да? Что ж, всем спасибо и до следующей миссии.